Всем мое почтение, друзья. И вот 22 января 2022 года, в такую вот мистическую дату, стало известно, что посольство Соединенных Штатов в Киеве просит Вашингтон разрешить эвакуацию персонала, который является второстепенным, фактически людей, которые не столь важны на данный момент для посольства. Вот как вы считаете, вот эта эвакуация, вот это, по сути, своего рода бегство посольства США с Украины, о чем может говорить? О большой вероятности военного конфликта? Я лично считаю, что да. Все-таки в США информации больше есть, и вероятность вооруженного конфликта между Россией и Украиной все больше и больше. Я считаю, что Россия все-таки будет атаковать Украину. Как это будет, мы пока не знаем, но такие вот нюансы. То, что посольство Соединенных Штатов в Киеве фактически эвакуируется, это очень плохой знак. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Надеемся на лучшее.